Накануне Дня печати подведение итогов взаимодействия со СМИ от Управления Росгвардии уже стало традицией. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников печати, средств массовой информации, журналистов, День российской печати. От коллектива Управления Росгвардии по Рязанской области и от себя лично поздравляю всех вас. Благодарны вам за внимание к служебным будням наших сотрудников, военнослужащих, за качественные объективные материалы о деятельности войск Национальной гвардии в нашем субъекте. В 2022 году в связи с участием специальной военной операции мы перестраивали работу, корректировали силы и средства для выполнения всех поставленных задач. Поэтому здесь хотел бы выразить вам и подчеркнуть, что в этих условиях мы все, ребята, которые выполняют все поставленные задачи специальной военной операции, читаем ваши новости о нашем ведомстве, чувствуем вашу творческую поддержку, поддержку всего общества. Спасибо вам за это. Росгвардия – ведомство, открытое к сотрудничеству со СМИ. Широкое освещение получают учения, операции, осуществляемые сотрудниками. Работа Росгвардии изменилась по понятным причинам. Они все равно продолжают идти к нам навстречу, отвечать на наши журналистские запросы и всегда оказывают помощь в съемках. И поэтому удается рассказать о тех деталях, тех тонкостях их работ, которые хотелось бы осветить. И это очень здорово. И за это мы тоже им сильно благодарны. Мероприятия, проводимые Росгвардией, регулярно освещаются в эфире и мы в рамках наших программ. Благодарность за тесное взаимодействие получили корреспонденты Марина Романюк и Валерий Седов.